Здравствуйте, меня зовут Ангелина, я из Музея занимательных наук «Фокус». И сегодня я предлагаю вам вместе со мной сделать вот такой вот интересный баттер слайма. Его очень приятно мять в руках, и я уверена, что такой антистресс придется по душе и детям, и взрослым. Но меньше слов, больше дела, давайте приступать к нашему мастер-классу. Для этого нам понадобится 4 основных компонента. Это вода, клей, загуститель и секретный компонент именно для баттер-слайма – полимерная глина. Давайте для начала возьмем 2 пластиковых стаканчика. Вы видите, что на одном нарисовано сердечко, на другом нет. Сейчас нам понадобится абсолютно чистый пластиковый стакан. Теперь возьмем клей. Вам необходимо открутить крышку и снять пробку. Если у вас получится сделать это руками, то вы большие молодцы. А если нет, то используйте ножницы или вот такие вот деревянные палочки, которые мы в дальнейшем будем использовать по ходу нашего мастер-класса. Я немного надавливаю на одну из сторон, и вуаля, крышечки уже нет. Теперь вам надо полностью вылить клей в пластиковый стакан. Предупреждаю, что сильно давить не стоит. Так вы создаете пузырьки воздуха, из-за которых клей хуже выдавливается. Смотрите, чем больше клея вы выдавите, тем больше лизун у вас получится. Да, я сказала именно лизун, потому что баттер слайм состоит из 2 основных частей. Сейчас мы с вами делаем стеклянного лизуна. Смотрите, почти весь клей выдавился. Да, действительно, дадим ему еще немножечко времени. Все, думаю, этого достаточно. Клей у нас улетает в мусорку. Самое время для второго компонента. Теперь берем стаканчик с сердечком и добавляем туда воду. Перед нами стоит очень ответственная задача. Вы когда-нибудь слышали о пропорциях? Пропорции – это отношение количества одного вещества к другому. И сейчас нам надо налить вот в этот стаканчик воды ровно столько же, сколько и клея. То есть в пропорциях 1:1. Так, давайте посмотрим, получится у нас это сделать или нет. Для чего мы это делаем? Если воды будет слишком много, вот как я сейчас налила, то тогда лизун может получиться слишком жидким. А если мало, то наоборот, слишком твердым. И играть с ним будет не очень удобно. Поэтому мы ищем золотую середину. Так, думаю, в принципе, еще немного отолью, и этого будет достаточно. Так, а теперь ответственный момент. Смотрите, вам надо взять пластиковый стаканчик с сердечком, то есть с водой, и вылить его в стаканчик с клеем, а затем с помощью палочки хорошенько размешать. Так. Все, стаканчик мы убираем, больше он нам не понадобится. Сейчас наша главная задача – домешать до однородной массы. Однородный значит одинаковый. Итак, для чего мы это делаем? Дело в том, что наш загуститель реагирует только с клеем. И если мы сейчас плохо размешаем, то наша пропорция 1:1, она в последующем не будет учитываться. Потому что вода просто не вступит в реакцию, и лизун получится очень твердым, резиновым. Так, смотрите, мешать надо по стенкам и по дну, чтобы все хорошо промешивалось. Я предлагаю вам сейчас вместе со мной посчитать до 30, чтобы уж наверняка размешать до однородности. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Смотрите. Да, там в воде плавают такие пузырьки воздуха небольшие. И вода, она немного помутнела, и на ее поверхности такая
пенка образовалась небольшая, она у нас потом пройдет в процессе делания лизуна. И сейчас мы выходим с вами на финишную прямую первого этапа. Мы должны к этой смеси из клея и воды добавить наш загуститель. Смотрите, у вас есть вот такие вот маленькие капсулки. Вам надо их открыть и просто вылить. Там уже необходимое количество нашего загустителя есть. Смотрите, я оставляю ее вот в таком положении, потому что загуститель выливается не сразу. Если очень много останется на стенках сосуда, то вся наша смесь может не схватиться. Опять же, так как все не прореагирует, у нас получится очень маленький, жидкий, не очень, короче, лизун. Поэтому здесь мы не спешим и ждем, пока весь тетраборат натрия вытечет. Смотрите, как только он весь вытек, я снова беру нашу палочку, эта капсулька нам тоже больше не понадобится, и хорошенько размешиваю. Мешать мне становится все сложнее, потому что наш раствор начинает загустевать. Вот, вы даже видите, что он уже оседает на палочке. Смотрите, тетраборат натрия используется как антисептическое средство. То есть вы можете найти его в любой аптеке, так как он просто обеззараживает бактерии, точнее убивает их, обеззараживает поверхности. Вот. Мешать надо до тех пор, пока полностью не уйдет вся вода. То есть, смотрите, я вам уже сказала, что это будет наша финишная прямая, следовательно, после того, как я все размешаю, у нас уже с вами будет готов стеклянный лизун. Если бы мы делали простого лизуна, то, в принципе, это был бы уже завершающий этап. Но так как это баттерслайм, нас ожидает еще кое-что интересное. В процессе перемешивания у меня появляется пена. Не волнуйтесь, она потом уйдет, когда мы начнем с нашим лизуном играть. То есть надо будет его немножечко размять перед следующим этапом. Так, смотрите, у меня постепенно вода уходит, но еще жидкость определенная есть. Поэтому я сейчас предлагаю вам посчитать со мной до 20. И, в принципе, будем переходить к следующему этапу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Смотрите, у меня полностью загустел лизун. Если у вас осталось еще немного воды, то не поленитесь, размешайте. Теперь смотрите вот таким вот хитрым способом. Я с палочки снимаю всего лизуна и оставляю его внутри стаканчика, но ненадолго. Сейчас мы будем его оттуда доставать. Но перед этим я хочу вам показать еще один компонент. Это полимерная глина. Она вот лежит у вас в таких коробочках. Смотрите. Это тот самый секретный компонент, который мы используем именно для баттерслайма. Сейчас перед нами стоит нелегкая задача. Во-первых, нам надо достать лизуна из стакана без больших потерь. А во-вторых, нам надо смешать вот этот кусок полимерной глины с нашим лизуном до вот такой вот однородной массы. Справитесь? Я надеюсь, что да. Итак, ребят, смотрите. Вам сейчас надо руками достать максимально большое количество лизуна. Тут вам лучше пожадничайте, чтобы он получился на славу. То, что у нас получилось в ходе первого этапа, который мы с вами только что завершили, называется стеклянным лизуном. Он уже очень приятный на ощупь, но нас ожидает еще лучший эффект, поэтому мы продолжим. Так, смотрите, у меня немножечко осталось. В принципе, небольшие потери допустимы. Так, сейчас я его немного разомну. Видите, в нем еще есть пена. Она уйдет в процессе мешания. Так, теперь мы растягиваем нашего стеклянного лизуна и накрываем им полимерную глину. Начинаем мешать. Так, да, там воздух выходит. К
Кстати, а вы знаете, что такое полимерная глина и где она используется? У этой глины есть такая интересная особенность, что она словно пластилин легко мнется, но если ее оставить, она быстро высохнет, ну как, в течение 2-3 часов. А если ее обдать высокими температурами, то она высохнет еще быстрее. Поэтому сейчас полимерная глина используется для всяких интересных креативных мастер-классов, например, по деланию тех же украшений. Честно говоря, у меня у самой дома есть такие украшения, это очень... их делать несложно и очень интересно. Поэтому, если у вас будет желание, то обязательно поинтересуйтесь тем, для чего используется полимерная глина, где ее можно достать и что с ней можно сделать. Смотрите, предлагаю вам вот такой вот способ смешивания нашего лизуна с полимерной глиной. Выкатываете колбаску, а потом беретесь за концы и соединяете их. И потом то же самое. Видите, уже масса кажется однородной, но вот здесь вот я вижу нашего лизуна. Такого быть не должно. Мять уже намного приятнее, чем было изначально. Так. Но конечный результат у вас, конечно, должен порадовать и удивить. Смотрите, еще во время нашего процесса может возникнуть такой период, когда наш лизун будет очень сильно липнуть к рукам. Если у вас такое происходит, то вы не спешите паниковать и выкидывать его. На самом деле это абсолютно нормально. Значит, что еще не все компоненты схватились, и вам надо просто продолжать упорно и усердно его вот так вот мять. Смотрите, у меня, в принципе, такой этап. Я прошла его безболезненно, потому что добавила достаточное количество тетрабората натрия, и все очень хорошо перемешала. Поэтому все компоненты довольно быстро схватились, и мне даже не пришлось страдать. Так, смотрите. У нас уже получается вот такой вот баттер слайм. Я его еще больше разомну, чтобы он стал мягче. Если у вас в баттер слайме образовались комочки, не волнуйтесь, с ним все хорошо, вам просто надо его немножечко поразминать. И они со временем исчезнут. Смотрите, как он уже классно мнется. Очень приятное ощущение. Что же, я вас поздравляю, у нас получился вот такой вот баттер слайм. Я надеюсь, что у вас у всех все получилось на отлично, и что результат вас действительно порадовал, потому что меня, да, люблю такие антистрессы. Итак, теперь достаем домик для баттер слайма и убираем его в коробочку. Как его хранить? Наш баттер слайм очень любит холодные температуры, поэтому хранить его лучше в холодильнике. Причем, когда вы достаете его из холодильника, то он может быть немного твердым. Ничего, это значит, что надо подарить баттер слайму немного тепла, хорошенько его размять, и он снова вернется в свое исходное состояние. Баттер слайм лучше не лепить на волосы и одежду, потому что он к ним очень сильно липнет и потом сложно отлипает. Но если такое все же случилось, то вы соберите все, что можете собрать, а потом просто оставьте вещи сушиться. Я вам сказала, что полимерная глина, она высыхает за несколько часов. Так как полимерная глина очень важный компонент нашего баттер слайма, то и он тоже высохнет за несколько часов, если его оставить без присмотра. Поэтому вы просто сможете в дальнейшем вытряхнуть его из своих вещей и безболезненно вернуть их в первоначальное состояние. А с вами была Ангелина из Музея занимательных наук «Фокус».